Михаил Требин, наш постоянный эксперт, мануальный терапевт, уже в студии. Сегодня будем говорить о межпозвонковой грыже. Доброе утро, Михаил. Доброе утро. Нам, собственно, любопытно вообще, что это? Ну, из названия как бы понятно, но хочется поподробнее. Позвоночник состоит из двух основных структур. Это сами позвонки и прокладочки между ними, хрящевой ткани, да, которые выполняют роль амортизатора. Сам позвоночник имеет форму доллара, да, буковки S такой, да, и предназначен для того, чтобы, когда мы ходим, стоим, двигаемся, то есть амортизировать все возможные как бы напряжения, скачки, перепады, давление и так далее, да, и чтобы нервы, которые там находятся рядом, не были сдавлены. С возрастом, либо из-за травм, переходит процесс того, что вот эти хрящевые прокладочки, да, то есть начинают стареть, начинают лопаться, их содержимое, да, ну нет, их содержимое начинает выпадать назад и вбок, да, в сторону спинномозгового канала. И в зависимости от того, в каких миллиметрах это произошло, это называется либо грыжей, либо протрузией. То есть в российском варианте, да. Западные варианты предпочитают слова «пролапс», «экструзия». Почему? Они меньше бьют человека по голове. Потому что когда у человека пишут «грыжа», он все в шоке. Да, то есть все в шоке. Хотя на самом деле это встречается очень часто. Вот 27 лет работаю в этой области. То есть на моей практике в возрасте 35+, у 90% людей есть от 3 до 5 грыж уже. Просто не все об них знают, да? Можно я правильно понял, что грыжа – это, по сути, жидкость, которая… Нет. Грыжа – это достаточно твердое содержимое, оно как каблук у ботинка, да. И если она лежит благоприятно, да, то есть не давит, не конфликтует с окружающими структурами, с венами, которые проходят там, с нервными корешками, не давит на спинной мозг, то она может быть по объему большой, то есть на МРТ человек продиагностирует, смотрит, ой… Да. А в реальности она клинику не дает никакой, да? Клиника грыжная, напомню, то есть в начальных стадиях это онемение, потом жгучая боль, которая куда-нибудь отдает, да, там, допустим, если в пояснице грыжа, где чаще всего встречается, да, там, по лампасу, в ягодицу, там, в мочевой пузырь и так далее. Вот, шейные грыжи – это, как правило, головная боль и головокружение, да, чаще всего. И поэтому, когда появилась такая симптоматика, то лучше пойти сделать обследование, которое позволит узнать врага в лицо, а не тратить время на рентгеновское обследование, где ничего не видно. А подождите, ну я думаю, вы имеете в виду про МРТ? МРТ, да, нет, рентген и МРТ немножко разные вещи. То есть на рентгене видно, то есть сами только тела позвонков, грыж не видно, мягких структур не видно, корешков не видно. Поэтому, по большому счету, если мы берем позвоночник, рентген – метод для диагностики переломов и какие-то нарушения осанки и искривления. Понятно. Если мы хотим увидеть грыжи, ну, практически МРТ. Так, понятно. А это насколько обратимый ли это процесс? Ну, то есть, если у человека там грыжа, можно ли сделать так, чтобы ее не стало? Запихнуть обратно ее. Нет, запихнуть обратно. Запихнуть обратно невозможно никак. Но есть специальные как бы методики, да, когда мы подстимулируем резорбцию грыжи. То есть организм пытается ее рассосать, выделяет специальные ферменты, которые ее лизируют, то бишь съедают. Да. Происходит это не всегда, не у всех, но мы ждем, вот если говорить народным языком, чтобы грыжа усохла. То есть задача, да, вот в буквальном смысле усохла. То есть для организма же это тоже не норма. Это зона раздражения, зона конфликта. Это вот постоянно как неразряженный аккумулятор, как бы ткань дергает. И грыжи бывают, значительно нарушают, ну, качество жизни человека, то есть, к счастью, то есть, только небольшую часть из них надо оперировать, да, то есть, когда, допустим, у человека, например, там, не держится моча, выпадают функции тазовых органов, какие-то серьезные последствия, сохнет голень на ноге и так далее, то есть, когда болевой синдром больше 3 месяцев, а ничего не помогает, да, там, условно говоря, ни массаж, ни мануальная терапия, ни иглы, там, ни блокады, ни, там, консервативная терапия, когда льют анальгетики, вот, тогда надо оперировать. В остальном грыже можно достаточно спокойно жить и справляться. Главное знать врага в лицо, выработать тактику жизни с ней и держать это под контролем, да. Если грыжа поясничная, то как минимум, там, не таскать бревна, да. Ну, да. Михаил, ну вот подождите, вы говорите, что когда мы потихонечку стареем, там, где-то после 35, у 90% есть. Получается, нет никакой профилактики? Ну, с профилактикой, видишь, как бы говорить сложно, потому что мы все ведь живем в реальной жизни, да, то есть грыжа может образоваться при долгом сидении за рулем автомобиля, при вибрационной нагрузке. Почему? А потому что, чем, ну, как вот, автомобиль? Вот предрасполагающий фактор. Самая частая тема, когда грыжа образуется, да, то есть это подъем тяжести с боковым разворотом. Это вот такое движение. Сколько раз мы в жизни делаем?
В более раннем возрасте грыжа может образоваться, например, удар типа маваши, да, то есть захлёстом туда, да, там футбольный пинок. То есть вот этих движений как бы их много. И очень многие грыжи образуются в детском возрасте достаточно. Это, ну, я имею в виду там 17-23 года, да. То есть кольнуло, стрельнуло, ничего не болит, как бы человек не обследуется. Заболела там после 30, пошел, на МРТ выявили, а в реальности она была давным-давно. Вот когда ко мне приводят лечиться школьников, кто занимается спортом, я спрашиваю, как часто спина болит? Если больше было, допустим, двух болевых эпизодов за год, я говорю, иди делай МРТ, грыжу нахожу всегда. То есть, а это возраст еще ранний, да, это возраст ранний. Поэтому на самом деле достаточно часто, и многие люди говорят, откуда у меня грыжа там лет в 50, мне там какой-нибудь пациент говорит, что вы там напридумали, как бы, ну. То есть два раза в год боль, и это уже на самом деле сигнал. Скорее всего, да, с большей долей вероятности, если особенно она спускается, как бы, вот, если она локально болит, да, ну, меньше шансов, что грыжа. Если она куда-то выходит на периферии, например, там, ну, наверху там не имеет рука, там не имеет нога, там отдает, человек идет, у него слабость начинает появляться, нога раз подворачивается. Ранние признаки грыжи, например, поясничного отдела: пятка в одном и том же месте трескается, там нарушение иннервации, она раз треснула, человек там пилочкой маникюр, педикюр, раз затер, все, она опять на этом месте нарушение иннервации. Это ранние, да, вот ранние признаки, когда нет, допустим, симптоматики, там поясница там резко не болит и так далее. То есть есть вот много звоночков, которые подкрадывают, сгибаться там потяжелее как бы стало. У меня столько вопросов, подождите, вот смотрите, я вот сделал такое, что-то вот поднял. Давай представим, это подъем тяжести с боковым. И что случилось? Это один из предполагающих, одна из предполагающих тем, чтобы грыжа образовалась. Так а как это на мой позвоночник? Ну, тяжелое поднял. Рывковое движение. Вот образом, не успевает адаптироваться. Почему очень важно в спорте, как бы вот разминки, согревание, да, то есть это все как бы делается как бы на рывке, да. То есть, когда организм не адаптировался, не улучшился кровоток, когда там все каменное. То есть спокойно на любых движениях. То есть на самых элементарных бывает. А протрузия от грыжи чем она отличается? В основном размерами. Протрузия считается более равномерное выбухание и небольших размеров. Ну, как бы более благоприятное, да. То есть грыжа более односторонняя, там давящая на корешок, и размеры там уходящие там, за 5-6 миллиметров. Ну, и с протрузией легче бороться. Ну, да, как бы это как бы предгрыжа, это предгрыжа, да. Протрузия может превратиться в грыжу с последствиями, если человек, допустим, там, ну, условно говоря, про поясницу говорим, там, не уменьшит вес, не займется там дозированной физкультурой, растяжками, там, не будет ходить на массаж, там, санаторно-курортное лечение, будет жить обычной жизнью, то есть это пойдет дальше. То есть не уменьшит, не поменяет работу, да, потому что в поясничном отделе, как правило, грыжа бывает не одна, да, то есть оставлять работу, которая будет эти провоцировать, ну, я не говорю, что это путь к инвалидности, ну, к нарушению трудоспособности точно. Вы сказали про вождение. Водитель сидит за рулем. Как связано с грыжей? Предрасполагающий фактор. Мышечно-тонические синдромы, да, то есть мышцы, которые окружают позвоночник, то есть они должны быть эластичны, то есть чтобы позвоночный столб мог осуществлять различные движения. То есть водитель сидит, мышцы не работают, да, то есть мышцы — это резинка, да, то есть в норме она, вот ее движение. Когда он сидит, они подвергаются дегенерации, они превращаются в ремень. То есть они не тянутся, они жесткие, сухие. Они не компенсируют все то, что мы должны делать. Вот в этом. Поэтому любые упражнения аккуратненько. На растяжение, то есть дозированный там тренажерный зал, бодибилдинг. Когда мы улучшаем все время там кровообращение, шевелимся, тренируем, это как бы вот самое то. В любом случае, давайте следить за своим здоровьем. Как вы поняли, лишний вес может быть причиной того, что что-то усугубится. Да? Обязательно нужно шевелиться. Сколько раз об этом говорят? Физкультура, легкая растяжечка. Вот Руслан уже прямо-таки начал. Хочется, да, уже пошевелиться, чтобы не было точно. Берегите себя обязательно. Мы еще раз говорим большое спасибо. Михаил Требин, напомню, постоянный эксперт нашей программы, мануальный терапевт. О, хорошо.